Наш ретрит подходит к концу. Это заметно не только временем в среду, это заметно и количеством людей в зале. Все, кто хотел что-то получил, получил вчера. Сегодня собрали вещи и ушли сегодня. Я знаю, что зря. У нас же все же еще как бы так. Ой, ой. Мне нужно 10 человек. А потом сбор, нет. Нет, давайте соберем 10 человек, которые на самом деле вчерашний вечер что-то с вами сделало такое особенное, что вы реально у вас просто поменялось в голове все. Ну, 10 человек, если вы можете сюда прийти, засвидетельствовать о том, даже двое, у вас будет тоже минута. Ой, она тоже пошла, я понимаю. Между прочим, кто вчера еще не был на молитве вечерней, дети оставались допоздна. Я пришел сюда в 2 часа ночи, они здесь были. Возьмите пример у детей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть только. Еще 4. Давай, давай, я уже знаю, потому что то, что ты мне сказал. Еще один. Один, всего лишь один. Тебя ждет Родина. Опа, 2. Отлично. Давай, давай. У нас вчера было 11, сегодня 11. Отлично. Небольшие минутные... Да, 11 можно уже. Минутные такие свидетельства. У меня пошел секундомер. Меня выручают всегда. Шалом всем. Что касается вчерашнего вечера, я скажу сразу, что о подобных вещах я только читал. В разных странах происходили нечто подобное. Когда здесь это начало происходить, как человек физически, я вдруг почувствовал, что некая попытка испугаться. Я говорил Ребе, хочу сказать вам, что как только это начало происходить, я поймал себя на мысли, что был особый Божий мир внутри меня. Не было, то, что глаза мои видели, через это пыталась войти какая-то тревога, но внутри Бог сохранял тот мир, который был до этого, через поклонение, через молитвы. И я понимаю, что я сегодня приеду домой в свою общину и буду свидетельствовать там. И то, что я буду говорить о реальности Божьей на этом месте, у многих вызовет удивление. Потому что однажды, я когда-то поймал себя на мысли, что я верю в то, что Бог всемогущ, но где-то там, далеко, в джунглях Амазонки, но не в моей жизни. А Он мне показал, что Он реален и чудесен и в моей жизни. И вчера опять это Он мне показал. У нас не Амазонка, здесь бывшая свалка, между прочим, чтобы вы знали, общественная была. Ее почистили, все. Для людей мусор, для Бога это место, где начать что-то интересное, да? Доброе утро, дорогие. Просто для меня это тоже вчера было, знаете, разморозка. Вот когда бывают такие ситуации сложные в жизни, и мы застреваем в них. Вот я в такой ситуации была 5,5 лет. Я была в состоянии комы. По трагическим событиям в моей семье. И вот мне настолько было трудно сюда приехать. Это просто до последнего я уже хотела сдать билет утром. И вот вчера я просто услышала Бога настолько сильно, настолько... Вот знаете, вот мы здесь были до последнего, мы ушли последние отсюда, и мы когда стояли, молились в конце, мы не могли оторвать ноги, мы понимали, что надо уйти уже спать,
Но была такая сила, которая приклеила нас все. Уже не было музыки, но мы стояли, приклеившись, и пели, вы знаете, одним голосом, одним сердцем. Вот было настолько, вот много его. Вот просто вот все повернулось в жизни, все. И я просто не могу передать вот это состояние благодарности ему и трепета. Трепета благоговения. Просто, Господи, спасибо за то, что ты дождался. Дождался, что мы тебя услышали. Спасибо. Она так говорит, что Бог дождался. Это вы дождались, что вышло, что вы сами разморозились. Садитесь, пожалуйста. Если вы вчера еще заметили, да, там такса еще тоже под влиянием было. Я не знаю, как это выставить на YouTube. Христианский. Это намек. Если вы не падаете, то тварь, то точно это самое пойдет. И тварь стенает об откровении. Лежит и стенает об откровении. Всем шалом. И мне не хочется говорить о том, что было до этого момента в моей жизни. Я хочу говорить то, что случилось. Я поняла, что Бог реальный. Я его ощутила всем сердцем, всем своим существом физическим. Я поняла, что нет лучшего места, чем находиться у подножия его ног. Я не могу описать этого словами, но я не хотела оттуда уходить, поверьте. На земле гораздо хуже, чем у него. Это самое лучшее, самое чудесное место. Я всем вам желаю ощутить, понять это и принять. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты был, есть и грядешь, за то, что Ты настолько сильно, Господь, покрыл меня своей любовью, своим покрывалом, Господь. Я благодарю Тебя, и я хочу, чтобы я никогда не выходила из-под Твоего покрова, чтобы я была достойна этой чести, Господь, быть с Тобою, возвещать Твою евангельскую весть, Господь, о спасении, чтобы каждая душа, которая живет на этой земле, познала, насколько Ты милостив и благ, насколько Ты любишь каждого из нас, ибо нет больше этой любви. Боже, спасибо Тебе за нее. И еще, Бог насколько любящий, настолько Он и страшен. Люди, знайте, что Он страшен. И поэтому преклоните свои колени. Не думайте о суетном, но думайте о нем. Потому что он единственный, ради кого стоит и нужно жить. Боже, слава тебе. Слава тебе. Аллилуйя. Я знаю, что как только один раз побывал там, туда и хочется. Скажу честно, все там будем. Все там будем. Вопрос, как пройти здесь, на этой грешной земле, так, чтобы быть удостоенным зайти туда. Вот в этом как бы сама суть. Сама суть. Пройти этот путь в радости, в терпении, в веселье. Заставить себя. Ибо Царство Небесное чем берется? Усилием. Вот этот момент. И то, что Бог дает пережить, это дает тебе цель, куда идти и как идти, каким способом. Амин. Я вам скажу, оттуда уходить не хочется. Но здесь нужно пройти это все. О. Вам больше давать времени или меньше? Вчера, когда за меня Роджер молился, он мне положил руки на плечи, и вот когда он только начал молиться, сразу же упала. И тут я начала там брыкаться, увидела видение, как,
Вначале было так мутно, немножко такой золотистый цвет, а потом увидела трон, и вокруг него свет. А на троне сидел Христос, и от него прямо свет исходил. Вокруг сидело 4 херувима, а вокруг еще множество других ангелов. И также я увидела на небе, там будет как бы, даже вот если мы наступаем на траву, если наступить, то она мнется и не поднимается уже. А там, если наступила, она сразу поднимается, и как будто бы ничего не было. Там не бывает ночи, не бывает дня, там всегда свет. И я увидела, так как еще мои две подруги, Наташа и Эми, они тоже упали, я их тоже увидела там на небе со мной. И там как бы мы были все в цветах, и там была такая река интересная. Она как бы, если посмотреть на наши реки сегодняшние, то они уносят в течение. А там есть, ну там как оно, как море, как бы это и река, но она не уносит течение. В общем, там очень было хорошо. У меня вывод. Аллилуйя. У меня вывод. Либо мы облегчились, попали на небеса, что трава не мнется, ходим по траве, и трава не мнется. Либо трава, знаете, как говорится, нет, она как бы, ну, пружинит. Наверное, лучше сказать, что мы облегчились. Все греховные вещи оставили, да? И новое тело, новое состояние. Аминь. Аллилуйя. Когда Роджер молился за Анелю, я увидела, как она упала, и я, когда на нее смотрела, я тоже начала плакать. Я сначала успокаивалась, а смотрела на нее, снова плакала. И я увидела, как люди, они падают в ад. И мне стало очень страшно. Я начала переживать. Но когда я увидела это, я начала за них молиться в духе. Они еще не успели попасть в ад, покаялись и попали на небеса. Этот ретрит был утверждением Божьей работы в моей жизни, в моем сердце за многие годы, которые он проводил. Каждый из нас имеет представление своего пути во Христе. Каждый имеет свое представление, но у Господа оно одно, и вот это вот я понял действительно. Во второй день ретрита Бог вложил в мое сердце, что такое смирение по-настоящему. Вчера днем на молитве Бог показал мне, что значит действительно быть в единстве, всем вместе, что такое тело, как чувствовать, когда у тела болит палец и болит все тело. Я это прочувствовал, что действительно вот то, что тема ретрита, что я страж брату своему, Бог мне дал это прочувствовать на самом деле, до конца. И вчера вечером, когда с детьми начало происходить это, я понял, что Бог очень серьезно сейчас хочет нам сказать, чтобы мы об этом всем задумали, что это не игрушки, наша жизнь. И я ожидал, что Бог что-то начнет производить в нас, в сердце каждого. И потом, когда уже все закончилось, Виталик, когда начал пророчествовать, уже после служения, когда началось молитвенное, он мне говорит: ты ходишь не теми путями. Я думаю, ну какими не теми путями? Говорит: ты не тот бизнес делаешь, не тот путь. Бог тебе даст намного больше. Думаю, ну, наверное, какой-то новый бизнес. Буду молиться. Говорю: Виталик, наверное, это велосипед из Польши. Сегодня пришел на молитву, я стою, молюсь, и Господь мне открывает и показывает: я твой путь. И я понял, что Иешуа — это тот путь, и что действительно через Виталика вчера Бог пытался достучаться до моего сердца, чтобы уже полностью утвердить и поставить на правильный истинный путь. Никакой бизнес, никакие богатства. Иешуа – это наше богатство, и это наш путь единственный.
Ой, что Бог так всех бизнесменов освобождал. Было бы хорошо. Не, зарабатывайте деньги, зарабатывайте. Но чтобы не мозги были в правильную сторону направлены, тогда будет хорошо. А то какие-то пирамиды, какие-то инвестиции, что это еще строят. Только заботятся о том, чтобы построить пирамиду Хеопса или там Вавилонскую. Зачем? Не нужно. Ой. Я когда ехала на этот ретрит, я молилась, я верила, что этот ретрит, он будет какой-то особенный. Потому что как-то в этом году я особо жаждала вот почувствовать Бога ближе, чем когда-либо. И раньше я думала, что у меня были близкие встречи с Богом, и я верила, что это достаточно близкие встречи. Но после вчерашнего вечера я поняла, что я что-то местами недопонимаю со встречами с Богом. И я еще точно толком не поняла, что произошло. Но я точно знаю, что вчера Господь полностью перевернул мою жизнь вместе с Ним. И я верю, что Господь это сделал только первый шаг на каком-то великом пути моем с Ним. Я Его очень славлю за это и очень благодарна Ему за то, что Он мне вчера открыл. И я очень хочу, я молюсь о том, чтобы Он это утверждал, чтобы Он это укреплял, чтобы это действительно были первые шаги, вот самые малые, но уже вот этот самый малый шаг, который вчера Господь сделал, взяв меня за руку, настолько славу Его пережила, что я просто думала, что я не доживу до сегодняшнего утра на самом деле. И сегодня утром я когда проснулась, я еще не успела проснуться, Дух Святой уже сошел на меня, я чувствовала, что Он продолжает вчерашнюю свою работу со мной. Слава Богу! Аллилуйя! Ой, Ваня, проповедник пришел. Когда вчера молились, и за меня начали молиться Роджер, и Бог моего сердца коснулся, и я ощущил, что Бог простил мои все грехи и стал моим Богом, и владел над моим сердцем, и я буду начинать, уже начал новую жизнь и буду всегда поклоняться Богу. Ой. Ваня начал новую жизнь. Я вас умоляю. Это... Я понимаю, это какой-то там, знаете, такой уже пропившийся, проколонный. Вышел, сказал бы так, все изменилось, я начинаю новую жизнь, все. А Ваня 10 лет начал новую жизнь. Знаете, о чем это говорит? Что не нужно ждать, пока погрузишься в все это дерьмо, не нужно. Надо идти к Богу с раннего детства, чтобы быть всегда чистым. Амин. Аллилуйя. Никогда не поздно. Рана бывает. Рана бывает больной, знаете, кровоточащей. А вот уже поздно, это уже плохо. Ой. Так хочется много сказать, но начну с того, что приехала в воскресенье, не собиралась оставаться ни на один день. В итоге остались на втором этаже, как цыганская семья. Люди проходят, кто подушку, кто подстилку, кто одеяло, может покушать вам, вы голодные, чайчик. Да, осталась. В первый день поняла, что должна получить больше. Мало, больше. Второй день понимаю, что да, Господи, я Тебя чувствую, да, я знаю, что Ты есть, но больше, Господи, больше, больше. Третий день. Любовь Его. Бог есть любовь. Я не знаю. Я не могу передать, что было. Вообще не знаю. Но Он есть любовь. Была
перед этим на ночной молитве зашли мы с молодежью посмотреть, что вообще тут происходит. Осталось буквально тут на полчасика, потому что там уже закончилось час дня, ночи. Было очень мало людей, но они пришли, они уставшие, они чувствуют, что у них уже сил нет вообще ничего, не молиться, ничего, но они своими сердцами просто почитали Бога. Я не знаю, это было не то, что, вот знаете, вот есть вот, да, вот у нас огонь такой, вот когда огонь, это прекрасно, но когда у тебя нет сил, и ты молишься, такое почтение просто, у них не было сил, но они молились, они сказали: Господи, мы тебя любим, уважение, почтение такое, и он их любит за это очень сильно. Вчера очень-очень-очень сильно Бог прикоснулся к детям. Это очень-очень большое такое, потому что у меня была вот надежда вот перед этим на то, что вот проповедники, вот пастыря, они мне помолятся, и вот будет все хорошо, вот именно пастыря. Да, на людей надежда большая. И вот тем, что вот дети были, и тем, что они вот через них... Мы просто можем, во-первых, осознать, что он реален, а во-вторых, что через детей вот то, что не уповайте ни на кого, только он. Он через детей будет действовать, он будет действовать лично с вами, но только не уповайте на людей. Ребята, он реален. Вы когда вчера заканчивалась молитва, люди уходили, я не знаю, может быть, это Божья любовь, но он плакал. Он так сильно плакал. Он так огорчался, он пришел, он хотел, чтобы вы его почтили, но люди уходили. Он просто... Он реален. Аллилуйя. Можно сказать простые вещи, что в действительности Господь огорчается, когда мы делаем какие-то решения. Но также он понимает, что наше тело – это тело, которое он создал. Если был бы вечный двигатель у нас, можно было бы продолжать и продолжать и продолжать, да? Но даже написано, что Иешуа, он уставший, удалился. Ему нужно было тоже восстановление. Поэтому мы сегодня, выспавшиеся, еще помолимся, правда? Амин. Очень много свидетельств. Ну, скажу, что я ехал к моему другу, вот Валик, и я ехал просто отдохнуть. Я 4 года не был, ну, в отпуске, очень тяжело работаю, электриком работаю, и реально я ехал отдохнуть. На ретрит, и, ну, я вообще не планировал попасть, я планировал увидеть своего друга Валика, и все. Ну, знал, что что-то ожидает меня. И когда вот я уже вот, ну, побыл здесь вчера, я уже понял, что просто Бог меня наполнил и, ну, дал мне силы, и слава Богу. Много свидетельств, хочу еще засвидетельствовать. У меня рука, вот здесь заражение было, и кололи мне палец, ну и боль была. Мне сложно было хлопать в ладоши, но я понимал, что надо хлопать, ну, и я начал хлопать просто. И слава Богу, Бог исцелил, слава Богу. Но хочу сказать, что вчера я увидел, что Бог касался каждых, ну, разных людей по-разному. Кто-то плакал, кто-то смеялся. И я как-то хотел, ну, я так думаю, почему? Я хочу смеяться. Но Бог мне не давал этого. Ну, мы порой не понимаем Бога. Бог хочет нам, ну, возможно, нужно плакать. И еще, что я увидел, что если вот так просто приехать и, ну, сидеть в комнате и заниматься своими делами, то не ощутите вы Бога реально. Если вы будете в трепете приходить к Нему, открывать свое сердце. Я потерял голос на второй день. Но это вообще, ну, классно, когда ты веришь, ты через веру проявляешь веру, и ты славишь Его. Это вообще супер. Аминь. Аллилуйя. Отхлопал себе палец. Слава Богу.
Два места реальных, которые можно найти Бога. Это в собрании святых здесь. И если вы в одиночестве, то когда в туалете. Потому что когда начинаешь взывать о помощи, приходит сразу. Вы понимаете, да? Это лучше здесь. Лучше вот тут собираться. А там не нужно. Там Бога не найдешь. Амин. Стоп! Скажете? Конечно. Меня зовут Инна, я приехала с Киева. У меня перед этим две ночи болела. Хорошо. Болела рука, ну как, у меня профессиональная работа, я все время напряжение в руках и суставы болят. И я когда сюда ехала, у меня две ночи болела здесь сустав, болела рука, напухла, и Бог меня исцелил полностью, восстановил спину и сустав. А еще у меня было такое понимание, что я очень жду возлюбленного своего, и Бог очень любит людей. И как сказала сестра, он очень сильно огорчается, когда мы... Ну, не приходим к нему и не жаждем. Что? Все. Приветствую вас, любимые. Рыбочка, уберите, пожалуйста, она меня пугает. Я понимаю реальность Господа. Я знаю это исцеление, которое я пережила в своей жизни. Ну, чтобы настолько встретиться с реальностью Божией, и хочу дополнить о том благоговении и почтении к Господу, что настолько это проникло в мое сердце, потому что это всегда огорчало меня, когда люди приходили на молитвенное служение или на служение, чтобы слышать Слово Божие. И когда было непочтение, мне всегда огорчалось мое сердце. И я вижу, что Господь это восстанавливает и показывает это, насколько это важно почтить Царя, Бога нашего. И это так утвердилось в мое сердце, и утверждается, что я как в страхе, в трепете, но это в прекрасном, это прекрасный страх и трепет. И я очень благодарна Богу, что за эти 3 дня у меня ни разу не заболела голова. Это чудо в моей жизни, потому что у меня частые головные боли. Я благодарю тебя, любимый. И что это утешение и покой в моем сердце, он приходит, и он уже пришел. Спасибо тебе, любимый. Аллилуйя. Последний. Мне тоже много чего хочется сказать, но я скажу о главном. Вчера вечером... Уже после служения, когда мы молились, я внутри себя услышала, что пришло время, когда сам Господь будет приходить ко многим. Я подумала, я, наверное, устала. Тебя ли я слышу, Бог? А сегодня утром я прочла в его слове. «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог своим отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени Твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». И я прочитала, говорю, здорово, Бог говорит, ты еще раз услышь. К ним первым, значит, будут еще. И пришло это время.